В армию на службу к Януковичу на днях в президентский полк отправились 14 запорожских призывников. По словам руководителей областного военкомата, эти ребята лучшие из лучших, и им предстоит интересная и престижная армейская служба. Набирать призывников в президентский полк – почетная миссия, но часто трудновыполнимая, говорят запорожские военкомы. Слишком высоки требования. Рост не ниже 180 сантиметров, уравновешенная психика, образование. В этом году наша область с заданием справилась, докладывают военные. Служить в Киев едут 14 призывников. Отбор был тяжелый. Из 40 человек, получается, попало только 14. Высокий уровень здоровья. Освіта повна, загальна, ну і морально-ділові якості. По морально-діловим якостям також ми відбирали цих хлопців. Президентський полк – це все-таки еліта, плохні перспективи, тобто це не… Ну, президентский полк – это очень отлично. Процесс отбора самим призывникам запомнился в первую очередь психологическими тестами. Спрашивали разное, часто непонятное, но испытания выдержали, радуются ребята. Надо немножко соображать мозгами. Были вопросы такие с подковерками, то есть надо немножко чуть-чуть думать. Вопрос задавался не конкретный. На основе этого уже военные, я так думаю, что военные психологи уже делали какие-то свои выводы. Спрашивают. Кололся, пил, не пил, ну, хотя по мне видно, что я спортсмен, я этого не употребляю, я это презираю. Відповідно, це найкращі призивники Запорізької області, їм довірена велика честь проходити службу в російсько-київському окремому полку президента України. По словам руководства Запорожского военкомата, суровый отбор проводить необходимо, ведь этим ребятам скоро придется выполнять представительские функции на государственном уровне. Цей полк представляє нашу країну під час зустрічі іноземних делегацій. Якщо треба буде там захистити президента, в бой кинемся. В цілому осіння призивна кампанія в регіоні проходить нормально, говорять воєнні. Уже уїхали служити більше 500 призивників, а всього наша область повинна відправити на службу майже 1300 солдат.